Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Warface. Давайте посмотрим, что за игрушка, говорят, она сырая еще. Я не знаю, почему, кстати. Я сейчас начал, называют ее за полноценный Warface. Ну, в смысле, даже по названию, да. Я сейчас обучение прошел, и что-то я уже вижу, что... Далеко. Далеко от истины все это, если вот и... Да, в пример брать, например... Call of Duty, либо Stand Off 2, да, они сразу, грубо говоря, с первых секунд чуть ли не дают знать, что эта игра, ну, для смартфона офигенная, то есть это даже очень хорошо перенесенная. Опа-на, опа-на. Такой, блядь. Да. Интересно, блядь, девки пляшут. Ты сейчас стрелял в меня, что ли? Да, стрельба здесь автоматически, кстати. Да, с наводкой какой-то. Это вот их тоже знаменитая карта Warface. Да, ну конечно. Ну да, как и говорили комментарии, конечно. Игра не делает успехи какие-то. Если без подряд. Ой, эти автоматические стрельбы с этой автоматической наводкой, блядь, и вот этой вот кривой какой-то. Давайте посмотрим с дробовика, что ли. Досрочное завершение боя через 5. Помощь в убийстве, блядь. Чё, блядь, он бегает, вообще не понимаю. Да. Лучше, конечно, не придумаешь. Не то, что она сырая, она вообще как бы не особо похожа. Кажется, здесь взяли только название Warface и вот карты Warface-ски. Пришло время улучшить автомат. И улучшения вот эти вот, знаешь, меня бесит вот эти улучшения, типа урона или что-то такого. Ну, потому что, если, конечно, это все реально урон будет улучшать. Надеть. Потому что, ну, когда оружие прибавляет урон, или там, например, даже простое, например, оружие, да, за донат или за что-то, например, улучшаешь, это производит какое-то некое преимущество. Ну, в принципе, в Warface есть всякие вот эти ящики, блядь, с донатски, блядь, которые я, по-моему, выбил. Автоматическую, блядь, винтовку, которую как АВП била, и просто стреляешь, туф-туф, так я, по-моему, в одну точку сел, в самом оригинальном Warface. Знаешь, такой, думаю, нифига себе, это да. Ну, давай-ка. Да. Ах, вытащил это. Вытащил пистолет, выстрелил, смотри, как это автоматически как-то. Ну, я не понял, конечно, как это все происходит. Дальше рассматривать даже пушку можно, значит, я скины есть. Лучше не придумать, конечно. Не, вот эти автоматически
Пушки, стрельба с автонаводкой, конечно, и плюс улучшение оружия мне никогда не нравилось. Вообще. Потому что как не за полноценный шутер, да, я понимаю, что типа упрощает для мобильных, но вот если вот даже в том же Call of Duty выбор, например, вот автоматическая стрельба, нет, потому что она начинает задирать. Тут хорошо привыкни к автоматической стрельбе, кто подводит нормальные свои, я не знаю, свое управление, какое удобное. То есть выбирать как кнопку там стрелять, не обязательно там все это подбираешь. О, здесь же, конечно, все очень неоднозначно. Запчасти, ремонт. Ладно, собрать. Звон перейти. И. А, ну купить. Ну, здесь хотя бы все то же самое. Главное, чтобы донат тебе. Он побольше бы донат, и все нормально было. А, тут это. Надо было. Скидки, блядь, ящики. О, да. Бесплатно, конечно же, бесплатно. Видеоящики. Да не хочу что-то я, знаете. Настроения нет на видеоящик-то. Инвентарь сезон. Вот. Пить кристаллы. Ну ладно, в бой. Ой, какой добавить игрока, зачем нам? Может, максимум лучше опять. О, ангар. Неужто это от разработчиков Warface? Так вот, блядь. И так обосрали-то Warface сам на раз. Блядь, выпустить такую халтуру, на мой взгляд, это бред. Посидеть там, блядь, кодик еще потерпеть, ну, блядь, вложить нормально бабки, блядь, нет. Халтура. Энэ халтура. Уже не на чем, блядь, бабки рубить. Начинает тут халтуру делать. Блядь, тут посмотрели бы хотя бы вот на стендов. Нахуй, на варф. Ой, на Call of Duty. Реально. Интересно. Надо восстанавливать. А, нифига себе, они там начинают завоевывать. Ну так просто здесь сидеть, вот, блядь, в Б забрали. У нас либо, блядь, какие-то имбецилы играют за меня. Вообще ничего не могу. Ух ты. А, меня убили за боку даже. Я родился рядом с точкой. Странно как-то. Опять, может, тазовый выброс? Блять, С завоевывают. Я вообще в ахуе. Блять, надо было хоть пострелять. Ну вот перезаряжаться я не ожидал такого напора.
Бегаем из точки в точку, блядь, пиздец. Да, цел завоевывает. Иди цель отвоевывай, блядь. Я буду на А сидеть, блядь, ебал. Бля, вот сука. Было поближе стать. До конца матча, бля, 10 секунд. Блять, пиздец. Что-то у меня вообще имбецил. 0-7, блять, 1-5. Еще 6, блядь. Дебилы вообще какие-то играли. О, метательные ножи даже, да, блядь. Может, метательные ножи сам первый день только. 11-15 часов. Ну, я не знаю, ребят, я, честно, вот эту пародию не особо хочу играть. Ну, не то, что она сырая, но вообще недоделанная. Она вообще даже рядом не стоит с такими играми, как стендов и Call of Duty. Если говорить о... Опять вот... Инновационное какое-нибудь выпустили бы, если... Я понимаю, это... Бэээ.